Всем привет! С вами интернет-магазин InCosmetic и Елена Миронова. В интернет-магазине очередная новинка – бренд PNB. Бренд PNB – это молодой бренд, сумевший за короткое время хорошо зарекомендовать себя среди мастеров и специалистов ногтевого сервиса. Он предлагает профессиональную систему гель-лакового покрытия PNB Gel Polish Line, средства по уходу за натуральными ногтями PNB Nail Care, профессиональную линию по уходу за кожей ваших ног и вашим безупречным педикюром. База PNB – флакончик объемом 8 мл. База имеет среднюю консистенцию. Но она может показаться жидкой для тех, кто привык работать с каучуковой базой. Биобаза. Она имеет плотную текстуру. В составе биологически активные компоненты. Витамины А, Е и В5, которые позволяют укрепить ногтевую пластину, улучшить ее рост. Консистенция биобазы отлично подойдет для выравнивания ногтевой пластины, для укрепления тонких и хрупких ногтей. Титановое покрытие 2 в 1. Это базовое и топовое покрытие. В сравнении с обычными топами, титановое покрытие имеет плотную текстуру. Оно отлично подойдет для ломких ногтей, и производитель обещает прочность маникюра до 4 недель. Топовое покрытие. Имеет среднежидкую консистенцию. Капли не сразу спадают во флакон. Кисть ровная, большая. Протект топ. Это топ с OEF-фильтрами. Имеет среднежидкую консистенцию. Производитель обещает эффект мокрых ногтей. Матовый топ. Имеет белый цвет. Консистенция у него средняя. Эффект у него больше сатина, нежели бархата. И я рекомендую сушить в LED-лампе 1-2 минуты, в OEF-лампе 3 минуты. Рассмотрим гель-лак PNB в оттенке 34, лимонный. Мы видим, что номер и цвет гель-лака указаны на самой этикетке, что очень удобно для работы. Консистенция у гель-лака плотная, цвет хорошо пигментирован. Давайте попробуем его накрасить на типсу. Цвет ложится достаточно хорошо. Он самовыравнивается, и я думаю, что можно постараться его уложить либо в один слой на маленьких ногтях. При педикюре его можно накрасить в один слой, но на больших ноготочках его потребуется два слоя. Производитель рекомендует сушить гель-лак в LED-лампе 1 минуту, в OEF-лампе 2 минуты. Мы покрыли типсу двумя слоями гель-лака. Мы видим, что пигмент ярко выражен, что гель-лак не полосит, и он отлично подойдет для вашего летнего маникюра. Цвет 118. Имеет нежный лавандовый оттенок. Давайте его попробуем в выкраске. Я думаю, что нам потребуется второй слой, но здесь видно, что он хорошо лег и в первый. Он не полосит. У него плотный пигмент. Сушим. Мы выкрасили 118 цвет в два слоя. Мы видим, что он не полосит. Он имеет плотную текстуру. Я думаю, что он отлично подойдет для дизайна градиент, особенно в сочетании с белым цветом. Черный цвет номер 023. С виду может показаться вам полупрозрачным, но он отлично ложится в два слоя. Неоновый розовый в оттенке 116. Имеет ярко выраженный пигмент и отлично ложится в один слой. Горячий оранжевый в оттенке 033. Имеет среднюю консистенцию, у него хорошая плотность. Как вы видите, он самовыравнивается, не полосит, но может понадобиться второй слой. Цвет Scarlet 012. Имеет винный оттенок, он также хорошо ложится на один слой, самовыравнивается, но здесь потребуется два слоя. Сдержанно розовый цвет 39 отлично подойдет для повседневного маникюра. Он легко наносится, самовыравнивается, так же как остальные гель-лаки PNB, и потребуется для покрытия второй слой. Белый цвет Ultra White имеет более вязкую консистенцию по сравнению с остальными гель-лаками PNB. Он отлично подойдет для прорисовки френча, лунок, но для самостоятельного покрытия вам потребуется второй слой. Сиреневый цвет 115 имеет хорошую плотность. Он легко наносится, самовыравнивается, не просвечивает, и покрытие можно сделать в один слой. Пастельно-зеленый цвет 037
имеет более легкую текстуру. В один слой он ляжет полупрозрачно, но он хорошо самовыравнивается, и это позволит нам нанести всего два слоя. С вами была Елена Миронова и интернет-магазин ImCosmetic. Не забывайте ставить лайки, задавайте вопросы под видео и подписывайтесь на наш канал ImCosmetic. Мы предлагаем вам посмотреть видео «Морской дизайн с брендом Lianail» и «Дизайн по мокрому» с брендом Nail Passion. Всем до встречи и пока!